мы возвращаемся в себя и делаем три глубоких вдоха и выдоха. И открываем глаз. Первое. Каждый увидел разные картинки. Кому-то эти картинки понравились, кому-то эти картинки не понравились. Но вы заметили, что в этой ситуации, которую вы увидели, кто-то был более уверен. Есть такие, которые вы четко знали, что вы вот конкретно надо было вот конкретно что-то делать. А есть те, которые немножко растерялись. И вот вы вообще не могли понять, что вы видите. Ваша задача понять вашу специализацию и представить себе, что сейчас, завтра не будет электричества. Что вы будете делать? Без компьютера, без телевизора, без мобильного телефона. Что? Кухерки сложат. Это хорошая идея. Поэтому домашнее задание, попробуйте подумать, насколько вы вообще готовы к глобальным переменам в обществе и в пространстве. Насколько вы готовы быть полезным этому обществу для перестроения людей света, которые пытаются визуализировать и медитировать пространство света, которое вы уже хотите делать. Всем понятно домашнее задание? Можно вопрос? Да. Вот допустим, если жар, вот именно правое ухо начало гореть, и тепло такое. Это хорошо. Значит, у вас состояние вашего будущего активизируется. Значит, вы считали правильную информацию, видели правильный образ. Здесь находится только материальный, еще 5 чакр. Здесь на боковом. И за счет этого они у вас вошли в состояние резонанса, и вы то, что вы увидели, то решение, которое вы увидели в будущем, оно произойдет, оно у вас синхронизировалось. То есть вы получили правильный ответ на свой вопрос и получили правильную энергетическую информацию. А если визуализировалось, почему это древнегреческая статуя? Вопрос в том, вы же можете, если вы визуализировали, что были вы в Древней Греции, или... Она просто статуя. Вы просто увидели в будущем статус. Ну, допустим. Задайте себе вопрос, что для вас это означает. Ну, то есть это уже индивидуальная как бы работа, которую вам надо понять. Это образ, это вам ваше высшее я показало. Вам надо понять, вам надо быть как статуя, вам надо быть уверенным, вам надо получить знание, которое вы во время. Может, это, знаете, как ключ? Вам ваше подсознание сказало. У вас такая же ситуация была в Древней Греции, когда там в Афине землетрясение было. И ты делай то же самое. Ну. Это может быть ключ, просто нужно раскрыть его. Всем понятно домашнее задание? Отлично. Хорошо, следующий четверг здесь лекция. Я напоминаю, что скорее всего в связи с тем, что уже у нас погода, я пока...